По статистике Следственного комитета области, из 110 потерпевших несовершеннолетних больше половины пострадали от преступлений против половой неприкосновенности. Эти цифры озвучил руководитель Следственного управления Следственного комитета Мурманской области. Следственный комитет области обеспокоен количеством преступлений, которые совершаются в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Если, допустим, у нас 110, примерно, потерпевших по нашим, по делам, которые находятся у нас в производстве, по всем видам преступлений несовершеннолетних, 50% это всегда вот по такой категории. Мы очень обеспокоены данным составом преступлений. Проводится большая работа. Динамика этих преступлений показывает, что школьниц 15-16 лет практически нет. Чаще встречаются дети до 12 лет. А с недавнего времени сотрудники следствия столкнулись с новой категорией таких преступлений. Поэтому, если есть возможность, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они очень внимательно смотрели, с кем общается ваш ребенок по социальным сетям. Потому что вот такие факты, когда под видом вроде как ровесника или еще кого-то начинают говорить детям, чтобы они раздевались, чтобы они показали свои фотографии в обнаженном виде. И в дальнейшем это, конечно, все развращает ребенка, и в это может втягиваться и другие дети. В следственном управлении работают горячие линии, звонки на которые бесплатны и конфиденциальны. Если вы стали свидетелем преступления, сами попали в непростую ситуацию, то звоните по номерам, которые видите на своих экранах.